Вскрыл таки я этот редуктор. Ну что, картинка, конечно, радует. Затем малым исключением, что цепь явно не от него. Тут надо просчитать будет звенья, но наличие вот этого соединительного звена уже подсказывает, что здесь что-то не так. В штатной цепи этого культиватора звеньев соединительных нет, она клепанная. Клепанная в 40, по-моему, один зуб. Не зуб, а 41 звено. В общем, я ее просчитаю, посмотрю. В принципе, цепи такие продаются. Звездочки в хорошем состоянии. Подшипники, может, чуть люфтят. Сальники вот эти вот поменены. Не наврал мне предыдущий владелец, продавец. Все сделал он по совести. Единственное, надо будет потом это все посадить на герметик, потому что прокладка здесь не пахнет. Ну и опять я говорю, просчитать количество звеньев, чтобы убедиться, что это не подстава. Вот так, все в порядке. Редуктор радует. В таком виде получить редуктор, это, по-моему, очень даже неплохо.